сессии присутствовать, когда бюджет города увеличивается на 400 с лишним миллионов. Но это как-то приятно, да, потому что видела вообще реакцию всех, что впервые бюджет города перевалил за 2 миллиарда. И как бы это значимо, ну и все средства, я начну с этого, наверное, все средства, которые предусмотрены, в общем-то, при корректировке увеличения бюджета, они все направлены на решение конкретных вопросов. Смотрите, добавлены средства на благоустройство, да, мы вчера слышали, около 50 миллионов, 50 с лишним миллионов на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, это образование, это культура, это те, то есть те, кто работают. Кроме того, наверное, самое важное, что ждали давно все назаровцы, и независимо кто где работает, кто где живет, это средства на ремонт капитальных дорог. И вот эта сумма в 200 миллионов, конечно, она большая, все понимают, я имею в виду по объему. И потом просто сейчас все будут ждать, что в итоге мы получим при реализации этих средств. Поэтому вот этот момент важный был, наверное, и почему вчера вот, да, присутствуя, надо понимать, что как мы говорили сегодня в районе, все должны подключиться к контролю за реализацией этих средств. Это и благоустройство, это дороги и другие вещи. Там да, и ремонт спортивного сооружения, ну то есть и поддержка малого и бизнеса и среднего, да, 10 миллионов. То есть вот эти вещи вчера обсуждались, я считаю, они важны. Нужен и необходим депутатский контроль за многими вещами. Галина Владимировна, вот вы сами обозначили дороги, 200 миллионов. Есть еще крупный проект по благоустройству улицы Карла Маркса, да. Еще 50 миллионов. Будете смотреть, как работает подрядчик, насколько качественно ведутся такие работы? Да, потому что, конечно, я сразу обозначу, да, есть и ответственность, но тем не менее, да, мы вчера проехали и с общественностью, и с депутаты вчера были, и главы сельсовета, где была, были везде. Технический, да, есть контроль, строительный, есть технический контроль, но есть еще, кроме того, общественный контроль, который видит и понимает, что так быть не должно. Мы, если говорим благоустройство, да, улицы Карла Маркса, и можно, да, сравнивать, говорить в районе. Вот вопрос бордюр, да, вы не представляете, это самый, наверное, обсуждаемый вопрос, какой бы проект ты не смотрел и не столкнулся. Тебе буквально все начинают говорить. Посмотрите на бордюры, да, обратите внимание. Не зря же вчера даже в городе стал вопрос, да, какие будут бордюры. Это тоже очень важно. Средства будут вложены, а результата можно не получить. Вот это недопустимо, да, и потом начинаются такие моменты, да, сейчас есть банковские гарантии, но это такие длительные вещи, которые, да, можно эти банковские гарантии заявлять в суд, скрывать, устранять, но у нас, к сожалению, получается, что, ну, не всегда подрядчики срабатывают так, как бы нам всем хотелось, и чиновникам, наверное, и депутатам, и жителям видеть, и получается, что не то, что искать крайнего, но то, что должно быть на эти средства, ты соглашаешься, ты идешь на эти условия. Но это должно быть. Естественно, я буду, несмотря на то, что да, и будет отпуск, но я на территории района и города, поэтому я в любое время могу приехать посмотреть. Но и оставлять просто так я, естественно, это не буду, потому что и дороги, я говорю, это самая обсуждаемая тема.